Всем привет, друзья, канал Масолимп. В работе у нас Kia Sorento. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Под крылок показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Но пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется он блокшот. Вот, владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!